Ты, походу, не понимаешь, что говоришь Микеланджело моего времени, да? Я гений на уровне Эйнштейна, написателя истории. Тебя забудут как пыль в песке, когда ты окажешься в чертовой Сахаре. И там будет 100 миллионов тысяч миллиардов чертовых песчинок, которыми ты будешь один из них. Собираюсь стать золотой статуей. Ты умный парень. Но сейчас ты дуришь. Конечно, люди так делают. Ты, наверное, блядь, набухался. Не, я не пьяный. Блядь, какой ты идиот. Я так, потому что СДВ гонял аутисты не разнообразен. У меня тоже СДВ. Да и поэтому тот сказал, вот зачем мне маска. Я думаю, что ты педак...